сегодня, 6 декабря, день лентяя. Кстати, напишите, как вы боретесь с ленью и боретесь ли вообще. Это «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали. А в Гомеле определились с ценами на елки. Традиционно елочные базары начнут работу в третьей декаде декабря. Что же можно будет купить? Цена на одну сосенку высотой до 1 метра составит примерно 8 рублей, до 2 метров 10 рублей. Есть эксклюзивные предложения: сосна высотой до 10 метров. Раскошелиться придется на 90 рублей. Как правило, их ставят во дворе. Названа самая пьющая страна в мире. Возможно, вы удивитесь, но это австралийцы. Согласно данным опроса, граждане этой страны напиваются как минимум 26,5 раз в году. Чуть реже это делают датчане и финны, по 24. Что еще интереснее, представители Беларуси, России и Украины в этом опросе участия не принимали. Вангую, что результат мог бы быть другим. Недолго музыка играла. Российская авиакомпания «Северный ветер» отменяет рейсы из Москвы в Гомель. О причинах не сообщается. В гомельском аэропорту назвали это корректировкой в расписании. Напомним, рейсы из Москвы в Гомель были открыты совсем недавно, 10 ноября. Время в полете составляло всего лишь 1,5 часа.